Сегодня у нас приглашенный тренер Александр Юргенс. Это на самом деле главный тренер теннисной школы «Таллинг». Доброе утро. Здравствуйте. И сегодня, как вы понимаете, мы будем делать теннисную разминку или теннисную зарядку. Повторяйте дома, но, наверное, не сейчас, если у вас соседи снизу еще спят, потому что мы будем работать с мячиком. Александр, как вообще теннисисты разминаются для того, чтобы прийти в форму? Какая? Это похоже на общую такую физическую подготовку, на зарядку в школе, или есть какие-то специфические упражнения, которые помогают привести себя в тонус? Ну, так как теннис очень такой активный вид спорта, то нужно разминаться общее. И да, используем, конечно, очень много ракетку, но так, в принципе, как в школе. Ну, а если к вам приходит человек такой, как я, если честно, я ни разу не держала теннисную ракетку в руках, я сейчас с волнением готовлюсь это сделать, то есть ли у него шанс научиться действительно хорошо играть в теннис? Да, конечно. Скажем, на Уимблдон, конечно, не попасть, если начинать поздно, но научиться играть так, что от этого можно получать удовольствие, и играть с друзьями, с подругами, то это можно сделать довольно-таки быстро. А насколько энергозатратен вообще теннис? И Андрей прав был, что говоря, что это действительно задействует все группы мышц и дает полную нагрузку всему телу? Да, потому как нужно бегать, нужно махать руками, то есть все тело задействовано. И если играть интенсивно, то можно потерять очень много калорий. Ну что ж, это хорошая новость. Возможно, стоит все-таки присмотреться к теннису повнимательнее. Давайте начнем нашу разминку. С чего она начинается? Научите меня владеть мячом. Пожалуйста, это вам. Так, просто мяч сейчас. Просто мяч, да. Хорошо. И попробуем начать просто с того, чтобы подбрасывать мяч, и пусть он будет опускаться вот в этом квадратике, который я туда нарисовал. Ноги можно двигать, и можно туда в квадрат заступать, заходить. Да, да, можно. Так, у меня мимо, раз. Пусть он там отскочит, отлично. Так. Хорошо, усложним немножко, попробуйте ладошкой вот так вот теперь. Так. В теннисе очень важно равновесие, то есть ноги все время чуть-чуть стоят пошире. Я слышала, что в теннисе важно иметь длинные руки и длинные ноги, чтобы... Не обязательно, ловить. Можно просто очень быстро бегать. Так. Отлично. Попробуем теперь с ракеткой. Ракетку возьмите так, чтобы ладошка и пальцы смотрели вверх. Так, да? Да. И то же самое попробуем вот сюда вот в квадрат опускать мяч. Так, а как мне подавать мяч? Я сейчас можно вот просто, и думаю. Можно просто, пусть он просто упадет вверх. Отлично. Ну, не отлично, конечно, потому что мой квадрат уже очень далеко. Ничего страшного. Ракетка должна смотреть все время наверх. Тогда мяч будет отскакивать тоже точно. Что я делаю не так? Почему у меня не ловится мячик? Ага, спасибо. Мячик укатился к Андрею, теперь Андрей будет разминаться. Пусть ракетка все время смотрит наверх. То есть, так. Если ракетка смотрит на меня или куда-то в бок, тогда мяч будет тоже улетать. Угу. Мяч всегда летит туда, куда смотрит ракетка. Угу. Моя ракетка смотрит явно куда-то не туда. Так. Отлично. Чуть-чуть так. Повыше. Вот. Хорошо. Целых два раза у меня получилось попасть в цель. Но ничего, мы еще тренируемся. Попробуем теперь по очереди. Так. Один удар вы, один удар я. Ага. И все время вверх, да? Да. Отлично. Попробуем бить так, чтобы мяч поднимался хотя бы на уровень глаз. Хорошо. Кого вам легче учить, детей или взрослых? Или вы только с детьми занимаетесь? Занимаюсь и с детьми, и взрослыми. Ну, сложно сказать. Это зависит немножко от навыков. Иногда приходят взрослые, у которых навыки других... в других видах спорта, и тогда иногда бывает сложно. А лучше, дома? Легче всего с начинающими. То есть со мной вам легче всего? Да.
Это как такой чистый лист, и на него можно рисовать все, что угодно. Отлично. Попробуем теперь так, что это ваш корт, это мой. Я бью туда, бьете меня сюда обратно. Так, я ракетку держу так же, да? Да, ракетка так же. Просто теперь... Я вижу, что вы как-то манипулируете все-таки ракеткой, нет? Ну да, я чуть-чуть скажем, направляю мяч немножко. Отлично. Дома без ракеток можно тренироваться или все-таки нужны ракетки? Конечно, можно взять, например, сковородку. Опа, неожиданно. Такую, которая полегче. И есть довольно-таки маленькие такие ракетки, мини-ракетки для детей, которыми можно играть и дома. Отлично. Сюда. Хорошо. Хорошо. Попробуем еще усложнить. Давайте. Этой стороной, другой стороной. И когда бьете слева, можно левой рукой тоже помогать. Вот так. Да. Угу. Так он. Отлично. Далеко улетает. Чуть-чуть вверх. Вверх. Угу. Так как у нас корт довольно-таки короткий, то пробуем бить вверх, чтобы мяч далеко не улетал. Так, иди сюда. Так. Мяч. Отлично. Двумя руками слева, я думаю, будет немножко легче. Попробуем. Отлично. Вверх. Это уже игра с лету. Что тоже можно. В теннисе мяч может отскакивать один раз, но можно играть и с лету. Это уже для продвинутых игроков. Ага. Мяч? Ну, мы пока начинающие, правильно? Во всяком случае, отлично. Я. Ну, почему? Вот мы играем. Буквально пару минут, и можно уже играть в теннис. Отлично. Слушайте, ну удивительно, действительно. Я начинала вообще с чистого листа и с нуля, но хоть как-то я мячик уже научилась подкидывать. Обычно взрослые, которые приходят на первый урок, под конец первого урока уже мы играем через сетку и даже иногда на счет. Конечно, это не будет выглядеть так, как Мария Шарапова, которая, к сожалению, закончила свою карьеру. Но... мяч можно держать, и, так. И калории тоже сжигаются. Сжигаются. Я уже чувствую на себе, действительно стало тепло и даже жарко. Друзья, если вам нечем заняться дома, вы исчерпали ресурс каких-то интересных занятий, вы можете действительно тренироваться и поиграть в теннис, взяв вместо ракетки сковородку. Нас научил сегодня этому главный тренер теннисной школы «Таллинг» Александр Юрген. Спасибо ему большое.